В Анапу приедут представители Абинского, Крымского, Северского и других районов Кубани. Всего ожидается около 60 участников, в том числе 15 анапских. С 10 часов начнет работать выставка-ярмарка, где можно будет приобрести продукты кубанских производителей по самым доступным ценам. Будут представлены колбасы и мясные деликатесы, молочная и хлебобулочная продукция, мед, разновидности сыра и чая. Кроме того, на театральной площади пройдет сельскохозяйственная ярмарка, где можно будет приобрести плодоовощную и мясную продукцию, свежую рыбу и многое другое.